Нет, нельзя падать. Ну нельзя же падать, говорят, нельзя. Ну почему она падает? Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Тапочник, King of Fire, Фонтан, Dark Dragon, Wasabi, Серега, Мув, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Омлетики, омлетики. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно у нас не было рубрики «Выживание на воздушной платформе». Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Кто первый упадет, тот лох. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень прикольно. Главное, пацаны, что? Бегать по кругу, правильно. Серега, ты не упал еще? Нет, ребята, ну пожалуйста, ну не падай, плита вонючая. Уже упали, да? Отлично, ребята, мы пока места ищем. Ну я, кстати, толкаем, получается, мы не то что вверх, мы еще и вперед летим. Все, пока. Я падаю. Я выжил? Говно. Я выжил? Говно. Дима! Дима, я предпоследний упал. Ты выиграл, короче. Ребята, ну что, как всегда, я победитель. Кстати, очень хороший аниматроник, рекомендую его для выживания. Вы готовы еще раз выживать? Да. Давай, залезьте по мордасам. Давай. Хорошо, мордасник. На тебе, залазьте. Так, я сейчас тоже какого-то возьму опять себе классного аниматроника. Например, мы возьмем... О, вот этого большого... Нет, она медленная. Это очень быстрого аниматроника для этой рубрики. Так, хорошо. Давайте тогда возьмем. Марионетку. Нет, кошмар. Нет. Все, вы готовы? Да. Ну что, плита сначала как-то вначале колбасится, а потом потихоньку все-таки летит. Так, отлично. Пацаны, ну что? Смотрите, как я прикольно прыгаю. Нормально. Главное всегда стоять на краю, который вверху. Если это делать, то вы всегда затащите. Главное стоять взял, Дима, а что вы делаете? Толкай или летись? Дураки. Так, отлично, ребята. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и угарнуть. И ребята, вы... видели? Это было так близко, я упал. Эта плита как-то очень я странно упал. В этот раз летает. Но в этом есть, наверное, прикол. Я последний упал. Не, ничья. Ну что, а кто? Ничья? У меня ничья. У меня ничья с кем? Ты кто? Так, хорошо, пацаны. Сейчас, я надеюсь, вы затащите. Вы готовы? Да. А старую, может, удалишь? А где старая? Вон она летает. Да ладно, пусть летает, в следующий раз удалю. Напишите вообще в комментариях, сможем ли мы в этом ролике хоть немножко долететь до верха? Нет. Готовы? Полетели. Поиграй просто за плеер-модельку. Главное, здесь дичь никакой не Мы не долетим, я говорю. Долетим, пацаны. Долетим. Их, кстати, по центру лучше. Плита вначале как-то не летит, а потом начинает тупо взлетать. Как это работает, я не понимаю. Смотрите, все, начинает лететь. Блин, ну мы должны же, да, долететь, да, пацаны, до верха? Нет, мы не долетим. Да почему мы не долетим, если мы долетим? Мы жирные. Да какой жирный? Да ты жирный и вонючий, а мы классные и худые, пахучие. Не, у нас вот жирный вот это, Мария. Нет, я упала. Давайте будем смотреть, как пацаны выживают. Нет, я упала. Я последний, я выиграл, Дима. Серега, ты выиграл. А чего этот раз платформа у нас как-то странно летит, вы не заметили? А ты вторую удали тоже. Хорошо, давайте удалим. Как-то платформа в этот раз летит криво, но я сделаю так же самое, как и в тех сериях. Почему? О, я знаю почему, пацаны. Подождите. Это голимый цвет. А у нас одного не хватает на подходе. Надо желтый цвет из-за этого. Я сразу потому понял. Потому что он обоссанный, да? Ну, не знаю, как за обоссанный. Знаю, что еще надо сделать, ребята, чтобы удержать ее центр. Мы сейчас удалим там этот шарик, воздушный шар. И мы удлиним ему веревку. Мне кажется, это сработает. Смотрите, делаем по центру. Давай. Ух, о. Ну давайте проверим. Если моя гипотеза будет права, значит я красавчик. Желтая, значит санина. Санина, зубная паста такая есть. Так. Хорошо. Поехали. А я бегаю. Видимо, все-таки зарешал вот эту вещь. Смотри, видишь, потихоньку. Не, все равно падает. Я могу сделать сильнее просто тягу шара. О, кто-то провалился сквозь. Я под тропы. Не, ну это нечестно, Серега, это нечестно. Это не считается. Это нечестно. Не так, короче, сейчас следующий раунд, когда мы проиграемся опять, я сделаю шарик центральный с очень большой тягой.
Ого. Ты упал, Дим, или нет? Нет, я живой. Я тоже. А, вот. Проб опять. Блин, я опять проб. Подпоп. Ну, блин, ну что за фигня? Это аниматроник Серега Галимый. Я? Кто и кто? Ай, блин, Балунбой затащил. Хорошо, я ребята. Помню. Нет, не Балунбой, Дима, там еще один челик. Марионетка. Нет. Это Драгон. Хорошо, удаляем. Все, удаляем. А, берем дубликатор. Конечно же, вот так. И сейчас делаем центральный шарик с очень большой скоростью. Мы его удалим. Воздушный шарик. Мы добавим, допустим, он сейчас стоит у нас на 20 сил, и мы ему сделаем, например... 30 давайте, 30 тысяч, Серега. Я тебя послушаю, думаю, ты фигню никогда не посоветуешь. Вы готовы? Нет. Нас сейчас лепешку раздавят, ребята. Да не, Серега, не должно. Я готов смотреть. Так, давайте так взлетим, чтобы центр было. Так, так, так. Понг. Полетели. Какой полетели? Еще не расфризил. Расфризил. Полетели. Ну что, скорость побольше, надеюсь, будет интереснее выживать. А, дамаг наносится. Да? От шариков, да. От шарики могут и убить обычно. О, сейчас бы жопа. Не-не-не, пацаны, надо главное, только вы видите, край поднимается, сразу туда бежите. Центр, центр, ближе к центру всегда держитесь, пацаны. Нет, нет, нельзя падать. Ну нельзя же падать, говорят, нельзя. Ну почему оно падает? Драгон выиграл. Да? Мы одинаково, короче, упали с Драгоном. Хорошо. Ребята, делаем еще апгрейд. Но только сейчас я уверен, что у нас все получится. Я сделаю сейчас, знаете что? Дубликатор. Поставим. И мы сейчас, наверное, сделаем воздушный шар. Сейчас, короче, ребята, будет хардкор. Ну сейчас увидите. На одном воздушном шаре ты что, с ума сошел? Не, не на одном, не на одном. На двух? А, на двух? Не, на четырех. Но у этих шаров будет очень большая тяга вверх. Вы готовы? Нет. Нет. Нам хана, ребята. Вы что очкуете? Я так 100 раз сделал. Ну ты так 100 раз не делал. Врёшь. Да ладно, ладно. Один раз сделал. Ну что, поехали. Давайте я задубликцирую эту постройку, потому что я уверен, что это получилось что-то очень крутое. Так, дубликат. Драгон, ты невидимый, да? Ну что, ребята, вверх, поехали. Круто, круто, круто. Летим, летим, летим. Народ, пока вы, я выиграл. Да как мы в тот раз летали, и все было четко, я не понимаю. Очень круто, Дима. Я выиграл. Не то, да? Накосячил. Не, вообще прикольно. Хорошо. Ребята, делаем теперь что-то эпическое. Делаем большую плиту. О, не надо. Надо, надо. Давайте ее сразу зафризим. Так как плита больше, больше веса. И эти шарики должны гениально сработать. Давай еще 10 шариков поставишь со всех сторон. Готовы? Так, ну что, полетели. Знаете, это как раз так кнопочек подписаться. Нажмите, она будет серой. А че она не летит? А мы жирные. Ты шарики поставил? Воздушный шарик. Хорошо. О, полетело. Вот Дима сошел с платформы. А, не-не-не-не, я же получается жирный кабан. Да. Кабан. Ну что, ребята, большая платформа должно зарешать, да, пацаны? Нет. А может это была вот такая большая платформа, а не маленькая? А, я не знаю. Красиво, ребята, красиво. Пока мисс четко. Пока мисс четко. Пацаны, вы аниматроники, вы должны решать сразу вес этой платформы. Ну не хочу падать, ну не хочу падать. Ну, пацаны. Упал, упал. Отлично, отлично. Нет, я живой. Я на платформе. Падай. Давайте, края, края, края. Давайте. Сразу бежите на тот верх, который перекрашен. Да-да-да, вот так вот. Отлично, ребята, отлично. Держусь центра. Все, центра, центра. О, неужели мы сейчас поднимемся на самый верх? Тихо, стойте, стойте. Офигенно. Знаете, можно на этой платформе построить летающий дом. Давайте, 5000 лайков, и мы что-то построим эпично, и поставим шарики, и будем летать по карте. Можно еще ускорители даже, да, прилепить, Серега? Да, прям как, знаешь, в мультфильме вверх. Дом и да, шарики. Да. Приходите в край, вы так... Ну, ребят, ну вы сейчас испортите мне не. Новый ролик. Мы наоборот выравниваем. Красиво. Вот, Серега, ты тащишь, да? Да, вот, я Фоксяныч. Отлично, отлично. Смотри, мы уже почти выше этих двух многоэтажек. Да? О, да, сейчас будет конец карты, сейчас будет конец карты. Не, конец карты еще выше. Конец карты еще выше. Мы наверху. Все? Чего? Аэродром, блин. Вот такая вот машина у нас будет, это тест. Мы еще такого никогда не делали в Гаррисводе, решили что-то сделать. Вот такую машину поставим.
Вот такую. Не закончится. Ну что, пацаны, вы готовы к полету? Да. Серега, я бомбу на Е активировать надо. Все, только аккуратно, не трогайте, отойдите от нее, чтобы она не взорвалась. Я в машину сяду. Садитесь в машину, садитесь. Так, источник света. Ой, какой источник? Так, ну что? Пум, пум. У меня машина загорелась, what the fuck. Пацаны, ну что, мы летим. Еще один шарик удалим, чтобы не так быстро подниматься. Ну, пока есть красиво, да, все четко. Да, да. Блин, мне нравится эта платформа. Классно летим. Знаете, что, главное, машина не взорвалась. Да-да-да, осторожно, пацаны, бомба у нас мощная. Пусть знаете, какое-то машина. Чувство уют. Надо реально какой-то дом построить будет, летающий. Мне кажется, мы на низ. Мы падаем вниз, Дима. Ничего, ничего, пацаны. Это все проверено за Нуси. Так. Сбрасываем скорость. Не, мы красиво, ребята, делаем. Я же могу уже контролировать скорость шарами теперь. Ну да что, пацаны, я с вами, наверное, буду прощаться. Прощайте. Я буду лететь до конца. Смотрите, ребята, как я шаров добавил, чтобы был сильный удар. Меня выкинул с платформы. Посмотрим, Дима, на них. Да-да-да-да. Эй, платформа, не падай. Ух ты! Все, все умерли, да? Нет, я выжил. Там конец. О боже. Это мгновенная скорость, да? Взорвется? Так, да, взорвется. А что она там не, она не взрывается, пацаны? Может, не активирует. Ой, красиво! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после моей ролики еще.